Я хочу снять ролик, как я прививаю деревья в авокадо. Вот я всего второй год прививаю. Вот прививка прошлогоднюю. Вот видно, что она сбоку привита под кору. И вот такое уже дерево. Ну, вот, видимо, вот это вот плоды будут. Вот зависть. Вот прошлогодняя прививка. Вот это уже этого года. Прививал где-то в марте. Уже вот так. Вот прививка мартовская. Вот прививка. Может, это февральская даже. Вот прививка февральская. Вот. Февральская. Вот уже оно такое солидное дерево. Мартовское. Мартоврива. Вот еще я тут не смотрел, какая-нибудь. Ну, вот так прививаю. Сейчас я покажу, как я их прививаю. Прежде чем привить, надо обработать его спиртом. Потому что деревья тоже поражаются болезни. Вот это вот прививка не очень удачная. Не знаю, может, она как-то примется. Я сейчас это режу. Теперь делаю два надреза. Я аккуратно поддеваю кору. Вот так вот отделяю. Сейчас я возьму. О, пойдем посмотрим. Вот, выбираю тут такую веточку с почками. Тут нету. Вот с почками. А что такое? Вот что тут есть почки. Точка. Yeah.
все советуют одну, две почки, там три. Я вот так вот беру. Такой надрез. За один раз у меня не получается. И с другой стороны чуть-чуть. Чуть-чуть вот так вот. Все. Теперь я его туда подставляю за кору. Желательно, чтобы вот эти кора к коре соприкасались. Будут соки идти, он будет приживаться. Примотать надо. Нет, кто такая. Приматываю. Чтобы оно плотно прилегало. Садовым варом замазываю верхушку, чтобы не заразилось оно каким-то. И туда вовнутрь. Вот такой пленки
Это еще не все. Вот теперь есть еще вот такая лента, парафилм. Это бумага такая, пропарафиненная. Я ее так вот растягиваю. И оборачиваю. Чтобы она тут развивалась, влага не уходила. Вот так, вот она. Еще в конце. Одеваю вот такой пакет. Пакет любой может быть. У меня есть такие, такие. Ну, чтобы пакет не улетел, привязываю. Вот и вся наука. Ну, вот так вот. Ну, и садовый котик вот. Все время есть хочет. Покажу еще. А вот я привил веточку с цветами, только цветы пошли, а листьев нету. Вот такие прививки есть. А это вот манго. Манго уже начинает цвести. Вот. Я его хотел прививать, но, кажется, не надо. Вот уже цветки есть. Ну что, киса? Да.